что во всей Беларуси уже пошел очень сильно у нас коронавирус. А до этого... Во многих городах уже много заболевших. И много довольно, ну не так может много, но уже достаточно умерших тоже. У меня есть источники, которые где-то добывают эту правду от врачей. И врачи выходят и говорят, и заявления свои делают. И обращение врачей в Беларуси было ко всем жителям. И соблюдать самоизоляцию, и надевать маски, перчатки и так далее. Уже почти неделю ношу. Так, вначале носил так, в общественных местах, а дня 4 назад уже решил полностью везде носить и надевать. А, слышали то, что в Витебске эпидемия, как бы, ну, об этом умалчивается. Вот, про Пинск, ну, тишина, так, там заболел. Просто то, что не ставят диагноз коронавируса, просто обычная пневмония. А то, что вызывает пневмонию, об этом умалчивается. Люди стали одевать, да и мы одели. Правда, что нигде нет, никто не скажет, как оно на самом деле обстоят дела. Одевайте маски, одевайте перчатки желательно в общественных местах. В общественном транспорте по-любому это нужно делать, потому что если вы заразились, тогда вы не заразите кого-то другого. Просто-напросто. То, что говорят, что это лечится там на тракторе с бутылкой водки, ну, не верьте этому. От этого нет лекарства, никто от этого не застрахован. Что они поступают глупо, неблагоразумно. И если они заботятся о своем здоровье и здоровье своих близких, они должны носить, чтобы обезопасить и себя, и близких своих. Надо всем этому следовать, потому что если эпидемия и во всем мире объявлена пандемия, то нужно обязательно к этому прислушаться. Если пойдет итальянский сценарий у нас, то тоже будет очень много пострадавших, заболевших, и практически может коснуться каждой семьи это. Что они несут ответственность не только за себя, но и за других вокруг людей, ну, вокруг которые люди их. Поэтому пусть бы, конечно, тоже немножко начали внимательнее к этому относиться, соблюдали дистанцию, одевали маски и носили перчатки хотя бы в общественных местах.